Иди пробуй. А ты говорил 20 минут. Быстрее приготовилась, ну? Да. Такой запах вообще просто... Просто балдежный. Ты весь в полотенцах укутанный. А, руки вытирать сейчас. Ага, еще ему надо полотенце. Мало ему, видите ли. Так, на, вот это возьми. А, не, вот то синее. Вафельное, да. Вова, да. Эти мухи, это вообще что-то с чем-то. Это не наши, не шанхайские. Чужие. Она просто вообще вот срит. Давай ближе. Смотри, вот просто вода бежит даже. Видишь, вот. Не вода. Сок. Сок. Конечно, угу. Вода где-то бежит. Ну-ка, дай попробую. Вовка так ручки тянет. Бедный ребенок собрался уже есть, никто ему не дает. Вовка, вчера целый день просил, да, Вовка? Угу. А за меня другие едят. Но, пока ты просишь, да? И ручки тянешь. Такие взяли мне и сказали, проверь, вдруг отравлено, и все едят. Вещи надо вот сюда, в сторонку. Да, блядь, что, отвалите уже, пожалуйста, ради бога. Я умоляю. Да я не пробовала еще. Не пробовала. Киченес надо сделать. А, и лучок нарезать. Ну, так вот, давай. У меня там еще стоит. Так я вот тоже снимаю видео. Давай. Все, отстегнулось. Да, лучок порезать вон. Блин, вот что самое интересное, ладно, ты пока делай, я пойду шашлычок. Вот что самое интересное, если хочешь шашлычок вкусный, идеально вкусный, готовь его на трезвую голову и на голодный желудок. Вот тогда шашлык будет реально бомба. А так, бутылочку пива с друзьями, где-то забыл, где-то забил. Это не то. А вот сегодня шашлык именно вообще бомба. Смотрите, с него даже как капает он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красотища, красотища. Но он должен еще потомиться. Не, вот не пожариться именно, а потомиться. И тогда он... Он и так-то вкусный уже. В зале место, да? Наша любимая. Солнышко мое, вставай, ласковый. И такой.
А вот после купания с голодухи-то вообще шашлычочек-то вообще просто залетает. Че, Вовечка, кушаешь, да? Надо, Юлинка, вот эти проверить. Ну, давай, давай, я тебя жду. Вон Вовечка уже рубить сидит. Вчера весь вечер просил шашлык. А кто-то мне, кстати, пытался рассказать, что мясо нельзя жарить низко над углями. И рассказывал именно тот, кто вообще не шарит и не умеет, и никогда не жарил мясо. И все же это язык-то балабол по пьяни. Ну что, все, Илинка, да? Так, ну все, я несу мясо, остаток. Да? Ага. Так. На, держи. Я не могу пока. Так, ну ладно. Опа! Это все, да? Да, все. Прикинь, мало? Не, нормально. Ну, 2 килограмма вот здесь. Вот здесь, сырого, сырого. Сырого, 2 400. Здесь видите? Сейчас 1500, наверное. Не, здесь килограмм даже. Меньше даже? Конечно, ты что? А что, так больше чем 2 Кило 200 где-то, кило 200. А? Ну, оно так и ужаривается. Ну, все, будем кушать. Камеру принести эту, кто она? Стойку, да? Без стойки. А что? Так поедем. Дай. Ладно, сделаю для наших подписчиков. Уговорили. Сегодня видите, на какой тачке. Она вот прям. Да. Ну, можно еще подержать вот эти вот. Вот этот. Ну, потому что его позже запустили. И вот этот. А те раньше у нас. На, эти пусть еще постоят, попрямятся. Мам, тут как-то непонятно. Все заколебались.
второй раз так нельзя вот оставить это. Чё ты, Юлька, ешь, да? Слышишь? Серьезно ешь. Садись сюда, Ильи. Слышишь? Мама не хочет что-то. Я наелся. Тоже наелся. Давай еще один кусочек съешь. Угу. Вот для кресла тоже. Вот это вот, на. Юнка, кто-то меня кусает. О, смотри. Отгни его. Это муха. Угу. Что, кусаться ничего? Угу. Иди прям там руки помой. Салфетки есть, Ильинка? Где-то квас был.
Вас. Это вафельное? Да. У меня вафельное, вот оно. А мыло есть, чтобы вытирать руки? Мыло? Угу. Блин, у меня они жирные просто. Все, больше купаться не будешь. Уже накупался. Я его сейчас все съем. А что? Чуть-чуть. Оставить чуть-чуть, да? Угу. Дома разогреешь, да? Мы приехали купаться. Да. Камеру привезли сюда. Ты просто сюда смотрела? Угу, да. Ты даже смотрела? На маму. А что? А что зачем? М? Вот так вот, что ли? Да.